47,5% детей Кыргызстана подвергаются физическому насилию, а более 5% – суровому физическому наказанию. 1 июня этого года в стране была запущена акция «Тумар» по сбору подписей за отказ от насильственного воспитания детей и продвижение позитивного родительства. Сотрудники Министерства труда и социального развития вместе с волонтерами провели большую работу. Они беседовали с родителями, встречались с ними на собраниях, в школах, в детских садах, отправляли сообщения на телефоны. Главной задачей было рассказать взрослому населению страны о проводимой кампании и убедить поставить подпись под петицией. Ведь, одобряя этот документ, человек дает обещание никогда не предпринимать насильственных мер в отношении ребенка. В отношении к ребенку не должно быть никаких вот форм насилия. Не только вот физического, а и другого тоже, других форм насилия. Вот что именно подразумевается под насилием, что, к чему оно может привести? Вот такие вот информационные кампании были даны родителям. По предварительным данным, петицию против насилия над детьми подписали более 10 тысяч человек. Документ призывает отказаться от любого вида насилия в отношении ребенка, будь то физические наказания, неудовлетворение базовых потребностей малыша, психологическое давление или эмоциональная отстраненность. Обходы по домам показали, что не все родители знают, как воспитывать ребенка без насилия. Но в Министерстве соцразвития напомнили, что на базе ведомства работает круглосуточная горячая линия. Там дежурят специалисты, которые всегда готовы помочь советам. У нас вот в Министерстве труда и соцразвития работает телефон доверия круглосуточно. Работают психологи, где вся информация конфиденциальна, можно обратиться. И когда ты звонишь с любого мобильного телефона, звонок является бесплатным. И время не ограничено, когда может ребенок, тот же родитель, поговорить о своих проблемах. Кампания «Тумар» проводилась совместно с детским фондом ООН «ЮНИСЕФ». Ее сотрудники посещали дома кыргызстанцев, разговаривали с родителями. Собранные данные легли в основу кластерного исследования, результаты которого шокируют. Почти 74% маленьких кыргызстанцев испытывали на себе один из видов домашнего насилия. Нашей целью будет искоренение насилия над детьми. Наша организация тесно взаимодействует с правительством, парламентом по пересмотру законов по искоренению насилия над детьми. В рамках акции «Тумар» мы призываем общество отказаться от любой формы наказания детей, как физической, так и психологической, и выступаем за более образовательные методы подхода в воспитании. Напомним, акция «Тумар» стартовала в этом году в День защиты детей. Она проходила при поддержке президента Сооронбая Жээнбекова. Тогда отмечалось, что вопросы защиты детей должны рассматриваться и решаться ежедневно на постоянной основе всеми госорганами, органами местного самоуправления, НПО и международными организациями. Екатерина Токамбаева, Бакытбек Мамацаев, «Пирамида».